Алоха, с вами Sword Flame, и мы начинаем 4-й уровень. Погнали! Thank you.
А вот это было очень обидно. Наш алхимик очень далеко дошел. Но ладно, я собрал несколько жизней, поэтому не так критично. И вот мне интересно, здесь так много путей, я иду хоть в правильном направлении или нет? Это прикольно, что есть разные пути. Все же игра Metroidvania. А то вначале казалось... Ну, не похоже вначале было на Metroidvania, но вот этот уровень показывает, что это все же Metroidvania, разные ходы. Ну что, двигаем дальше.
Фух, благодаря четырем персонажам выживать стало легче, так как у нас в одной жизни как будто четыре.
И... Ну да, то есть 4 в одном. 4 жизни как бы в одной, благодаря 4 персонажам. Это круто. И мы прошли очередной уровень, поэтому на этом моменте мы это видео заканчиваем. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Поделитесь им с друзьями и знакомыми. Пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!